производителя торговой марки Фесту, это мобильность, компактность. Это возможность на маленькой площади организовать, ну, не такой вот шикарный, скажем, вариант мастерской, а миниатюрный. Вопрос, в принципе, сфокусирован на тех людях, кто что-то делает. Нет мелкой серийной, такие индивидуальные заказы с фокусом на то, что на маленьких, на минимальных квадратных метрах образуется подобие, ну не подобие, образуется мастерская, где, как вот Олег говорил, показывает свой фильм, где все под рукой. Вот. В данном случае здесь мы как бы наглядно представили то, что система хранения и транспортировки фестула имеет достаточно серьезный вид. Это вот эти вот выдвижные полки. Каждый инструмент хранится в системе. Можно сделать некое подобие стены, где развесить. У товарища там шкафчики выдвижные были. Мы предлагаем, ну, немножечко попроще вариант. Ну, как вариант? Рассмотреть то, что все то, что чаще всего приходится использовать, оно должно всегда находиться под рукой. И в тот момент, когда вы начнете передвигаться, ну, просто шаговой доступности, протянули руку направо, достали одно, протянули руку налево, достали другое. Тот был вариант, который называется рабочее место, рабочий стол. Компания «Сфил» предлагает вам очередной раз обратить внимание на стол МФТ-3. Впоследствии мы повесим на него все те дополнительные, всю ту дополнительную оснастку, которая к нему идет. Расскажем вам о системе ЦМС, что это такое. Но начнем пока, наверное, с того, что у вас всегда должен быть хороший тыл, мобильный, раз, чтобы можно было достать все быстро, нигде ничего не ища, чтобы ничего никуда не заваливалось. Б, у вас должен быть рабочий стол определенной квадратуры, чтобы у вас была возможность работать с заготовками, ну, достаточно серьезной величины. Но рядом обязательно должен стоять пыльноудаляющий аппарат по их системе. В сегменте фестула достаточно широкая линейка. Ну и тут же рядом может располагаться вещь, инструмент, ну, больше габаритов. Однако он тоже много места не занимает, имея возможность быстро сложиться и быстро переместиться с одного места на другое. Значит, то, что называется столярной работой, по большому счету, изготовление каких-то вот вещей, с чего начинается? Ну, я думаю, вы все знаете, с раскроя. Правильно? Раскрой листового материала, раскрой каких-то брусков и так далее. Значит, я вам сейчас расскажу, напомню, как это происходит в сегменте фистулы, с помощью инструмента фистулы, с помощью оснастки той же самой торговой марки фистулы. Значит, для раскроя листового материала мы используем одну из самых популярных позиций в линейке фистулы, это Белла ТС-55. Я так думаю, вы, наверное, в принципе, должны все знать про нее. Знаете, нет? Вот. Что хочется, в принципе, добавить. Значит, пила разработана достаточно давно, конфигурация не практически осталась той же самой. Периодически, с течением времени, подвергается она каким-то доработкам. Постоянно, ну, рестайлинг, можно так добавить это слово, постоянно происходит какой-то рестайлинг. На сегодняшний день пила ТС-55 имеет вот такие вот эксцентрические зажимы, вот такую вот форму со сменными черными ставками, которые подвержены стиранию при работе по шиноуправляющей. Немножечко поудобнее стал сегмент, который работает в случае наклона пилы. Бегунок, отвечающий за выбор глубины, имеет, ну, как, два прицела, две шкалы с учетом толщины шиноуправляющей, без учета толщины шиноуправляющей. Вот эта часть с минимализированным размером от кожуха до стенки, в результате чего линия реза от стенки получается на расстоянии 12 мм. Достаточно актуально, кто занимается полами. Сделать рез по периметру, ну, комнаты, помещения,
чтобы это, с одной стороны, это как бы технолог зажал, с другой стороны, это та самая щелка, куда вкладываются гибкие коммуникации, и вы получите, закрывается плинтус. Шинонаправляющая. На сегодняшний день никаких изменений уже лет, я так думаю, 15-20 не претерпела. Все те же ленты противоскольжения, противоскольные ленты, ленты зелененькие, мороз скольжения, профиль остался тот же самый. Вот, в принципе, некий необходимый минимум, который нам позволит заниматься раскроем материала. Значит, обязательно использование пылесоса. На сегодняшний день, с 2018 года, пылесосы тоже подверглись определенному рестайлингу. Если обратить внимание, шланг уже стал не голый, гофрированный, как обычно. А старую гофру обернули вот в такой вот такую синтетическую оболочку плетеную. Что это дает? Во-первых, гофра цеплялась, оболочка не дает зацепляться ни за край стола, ни тем более за шину. Он стал более гибкий, то же самое антистатическое исполнение, и то, о чем все практически всегда бухтели, не побоюсь этого слова, и всегда хотели, чтобы это было, это вот этот вот самый момент, когда вы выезжаете куда-то на объект, или, в принципе, даже просто передвигаете пылесос, вам нужно снять шланг, пылесос передвинуть в одно место, может быть, шланг поменять, может быть, шланг переключить с машинки на машинку. Чтобы не было вот этого момента, появилась вот такая вот функция вставки наконечников друг в друга. Что вам это дает? Нам дает возможность, чтобы мусор, который остался в шланге, не попадал на тело, на башмаки и не оставался благополучно в багажнике автомобиля, куда этот пылесос и инструмент соответственно грузится. На сегодняшний день, в принципе, это уже не новинка, поменен вот этот вот концевик, таким образом, что вот система выхода, система канала пылеудаления и вот это муфта, они образуют так называемый байонетный замок. Вы вставили наконечник и провернули его до упора, что у вас дает возможность, исключает отсоединение, исключает срыв вот этой вот муфты из самой пилы. В данном случае муфта идет под 27-й шланг, то, что одевается вовнутрь канала пылеудаления. На сегодняшний день есть шланги 36-й, где та же самая муфта одевается сверху, исключается шланг, это внутренние ступеньки при пылеудалении. Соответственно, работа становится чище, работа становится приятнее и меньше всяких огрызков застревает там внутри тела пилы. Для того, чтобы начать, так сказать, вот эту вот работу, что-то своять, что-то сотворить, что-то сделать, но, как правило, берется какой-то листовой материал и должно, должен быть как-то, процесс небольшой математики. Надо что-то просчитать, посмотреть, состряпать под себя, как раскроем. То есть лист который придется, с которым придется работать, его нужно раскроить на определенной части определенного размера. Чуть-чуть отошел от темы, значит, про пылесос закончил, значит, поменен шланг раз. Здесь сейчас на пылесосе стоит приставка, но, значит, поверьте на слово, вот эта вот верхняя часть, вогнутый шланг, куда наматывается шланг, куда складывается, он тоже поменен, заменен пластик. И геометрически там внутри у него добавлены ребра жесткости. То есть вот эта вот часть, она стала гораздо жестче, что исключило возможность разлома вот в этом вот, моменте, вот здесь вот. Там, где в том случае, когда пылесос эксплуатируется без вот этой вот приставки, самое первое, что происходило после механического воздействия какого-то на пылесос, это просто лопался вот этот вот бокс. Можно было подать вот так вот, отламывалось вот здесь вот иногда, некорректно наступили, некорректно что-то положили, хрустело вот здесь вот, сейчас это исключено, ну, до определенной степени. Вот, он стал более жесткий. И такой небольшой момент. Здесь вот на тыльной части пылесоса сделали вот такой поворотный ухо. В связи с тем, что инструмент немецкий, он же корнями все-таки оттуда идет, знаешь, психология немецкая. Немец никогда, по большому счету,
не занимается вот этой вот ерундой. Он никогда не наматывает кабель, или, ну, электрический кабель от пылесоса. Он обычно вот так вот складывает вот это колечко и одевает вот на эти уши. Но добить на ухо достаточно проблематично, потому что что-то где-то мешает. Они доработали вот эту часть, и получается такой вот вариант. Повесили, застегнули ухо. Все сводится к тому, что чем меньше мы затрачиваем времени, чем меньше затрачиваем энергии, тем больше правильного времени остается для полезной работы. Но, ну, мы все считаем, что с одной стороны, ха-ха, как смешно, как это все легко, а зачем? На самом деле есть эффект даже вот от этой маленькой доработки, вот от этого, от нового.